Здарова, гарманьяки, с вами Джейсон, канал Трумани Геймс, мы продолжаем прохождение Саундс Парк 2, и сейчас нас пригласили в полицейский участок поговорить с детективом Харрисоном. Меня пригласил детектив Харрисон. А чё это, проходи это. Давай селфи. Sorry, I don't selfie with just anyone. А ещё ни с кем? Или только со мной? Тем не менее, он меня пропустил. Селфи? Селфи? I don't take pics with greenhorns. Oh, what do we have here? You're the one who made the news last night, huh? Well, the police can always use the help of concerned citizens. I guess we can give our little junior detective a special kitty case to work on. All right, listen up. There's somebody new to town, shaking up the crime families. This is a real bad dude. A kingpin of crime who wants to control all the drugs in the city. We've tracked him to this location here. I need you to go in and neutralize him. You lead point, my boys will be there after. If you take out the drug kingpin, we'll give you this junior detective badge. Pretty neat, huh? Now get out there! Как это было грубо с твоей стороны. Я так понимаю, ты не дашь мне селфи, пока я, наверное, не выполню твое чертово поручение. Может, я у вас тут в кабинете похожу? Люблю я, знаете ли, мусор. И подбирать все, что плохо лежит. Ну, самое главное, что за это мне никто ничего не скажет. Hello there, welcome to the soft room. I'm a friendly detective. What's your name? No problem, just let me know if you need to sit down and talk things out. Hey, you help me out, I help you out. А как ты меня выручишь? Ну ладно, давай я с тобой присяду, поговорю здесь. So exactly why are you wandering around the police station? Do you have information about who's behind the big crime wave in South Park? Я вообще не разговорчив, знаешь ли. I understand how this attention must be scary for you. You know what else is scary? Choking on Jared's $5 footlong. I wrote that myself. I actually do stand up on the weekends. Here's my headshot. You know, with this crime wave, I'm looking for work. You take my headshot around town, and I'll let you see what's in my bottom drawer here in my desk. Want to see what's in my bottom drawer? Huh? Where's that smile? Go ahead, get my headshot out there, and I'll give you a treat. О как, фотки, значит, разместить, и тогда он, может быть, что-нибудь сделает для нас, черт побери, это странно. И странно, что этот парень вообще здесь находится. Его нужно изолировать от общества, мне кажется. Так, ладушки. Не будем заставлять господ. Хотя, подождите, здесь еще что-то. Может, сказать, женский туалет, комната для... поедания, переедания. Танц-танц. Ну так вот неожиданно образовался здесь проходик. Не вижу повода этим не воспользоваться. Ну, я думаю, мы тем самым попадаем в женский. Странно, если я это одену, что со мной будет? В общем, я взял все, что мог. Все, валим. Нет, не валим. Вот теперь точно все, что мог. Нахрен. Селфи. Предлагает разместить его фотку в полицейском участке. Подождите. Там, говорит, найдется место и для моей фотки в полицейском участке. Вот, ага. То есть часть его лица, она все-таки присутствует. И я его подцепляю. Видимо, здесь он уже висел. Его кто-то сорвал, и он хочет, чтобы он висел вновь. Так, что я хотел сделать? Ну, задание нами получено, но тем не менее нам также
как его звали, наш психолог, в общем, просил зайти и поговорить с нами. Якобы тема нашей сексуальности еще не была раскрыта полностью. И он нам поможет ее раскрыть. Жду с нетерпением прям нашей встречи. Интересно, что еще этот парень нам скажет. Так. Кстати говоря, тут же... Как-то можно же туда вот залезть. Здесь потребуется наш перткор. Поможешь мне, дружище? Мне очень надо. Там наверху как раз есть пара вещей, которые мне пригодятся. Отличненько. Отлично, спасибо. Артефакт, Неокомикон. Вот фоточку его разместили, и здесь еще забрать. Всего один поцелуй. Спускаемся вниз, дружище. Пока-пока, чувак, спасибо. Вот это незадача. Что я могу? А, я могу замедлить время. Никогда бы не подумал, что это как-то связано. Он вырубился, черт побери. Так, он вырубился, и теперь, наверное, мы сможем замедлить время и выключить эту хрень. Точно. То есть надо было уронить на него эту хрень, и после этого уже, как это все оказывается, было просто. А зачем он это... Не понимаю, зачем он это строил. Some feedback from the principal that our discussion about sex, about gender, wasn't precise enough. And, well, he gave me some guidelines how to do a more thorough pass, helping you identify your gender. Okay. Is the gender that you were assigned with at birth the gender that you currently identify with? Okay. Ты что, издеваешься? Okay, great. So as you know, that means that you're cisgendered. Okay, great. Now, the next thing I want to talk to you about with your gender is your sexuality. Now, a lot of people think that gender and sexuality are the same, but no, that's bi. That's wrong. It's bi. Okay. Now, how would you describe the sex of the kinds of people you find yourself, sexually attracted to? Okay, so that makes you straight or heterosexual. Okay. Well, I'm really glad we had this talk, okay? Just be careful, okay? Because there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So, but come see me anytime. Я бы закричал здесь микроагрессион и всадил бы ему. Че, все это что ли? Это все, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Это все, что-то он мог нам предложить? Опять! Сейчас, сука, издеваетесь. Да мы уже с вами проходили. Надирали вам уже зад. Какого хрена вам еще надо, ребята? Какие-то странные вообще парни. Ну странно, ребят. Вам пора завязывать бухать. Что предлагаешь? Поставить там паузу? А время паузы, что я могу делать? Я могу их бить?
Батлорд Марк. I have a really good feeling about this, guys. Да, надо было просто пукнуть и все. Странно это все. Ты напрягся, чувак. Ты напрягся, чувак. Somebody wake me when it's my turn. Да ладно, что ты преувеличиваешь-то? Мэм, слышим стрее. Какого хрена? Замешательство. Они нажрались. Оу, черт побери, что ты здесь делаешь? Ты будешь играть с Нави? Ты, главное, никого не убей. И сам не поранься. Все, что ли? Держись, енот, держись. Блин, своих атакует. Бум! Готов, минус один. Кун? А чё, он не сдох, что ли, ещё? Странно ты как. Окей, жирный упал, точно. Без вариантов. Итак, господа, ну я предлагаю Шандарах не утоком как следует. Или тебя, Шандарах. Ты отлетишь в тачку, вообще мне всяк. Куда? Куда? Не того! Нет! Not bad, Super Craig, but try not to slouch next time. Вообще неплохо он всадил. Суперспособность активна. This is for scrambles, you bastards. Оп, понеслась. Суперспособность. Я не знаю, они, мне кажется, переживут это, но тем не менее. Не все переживут. Да что ты ко мне присосался-то? Готов. Прощайте, мужики. Не любят натуралов. Видимо, они долбятся друг с другом. Но Амазон зачетный. Прям хочется пританцевать даже. И тут же стоят шестиклашки, мать их так. Я бы сразу с вами поболтал, но мне нужно, знаете ли, выполнять особо важные миссии. Особо важные миссии заключаются в том, что мне поручил разобраться шеф полиции вот с кем-то в этом районе. Мне надо к дому Картмана, возможно, переместиться, хотя, судя по всему, я здесь не смогу пройти. Куда же я смогу пройти, если перемещусь вот сюда? This, Forty? Wrong, Forty? Странно, где? Спокойно, спокойно, спокойно. Я бы надрал вам зад, не хочу тратить на вас время. Walking, hey, kid, они задирают меня, мне нравится прям так, как они это делают. У них это, ну, честно говоря, прям даже срабатывает отчасти. There you go. Спасибо, друг. Hope that made you feel good, Brick. Hope you socked away some pennies, because you're never getting in there. Я обязательно сюда пройду, как только научусь использовать. Ну, вы сами знаете, что я должен научиться использовать. Что-то, что поможет мне пройти через лаву. Давайте по-быстренько мы используем петкор. Полетели. Головной убор с шипами.
В соседнем тоже есть здание, куда мы можем переместиться. Я так понимаю, наверное, туда нужно перемещаться с этого здания. А может быть и нет. А какой смысл располагать два соседних здания так рядышком? Ну да, надо было как бы отсюда туда. То есть в два этапа это преодолевается. Я в целом-то не против. Извини, что тебя беспокою так часто. Можно было сразу это выполнить. Спасибо, друг. И еще разок. В принципе, здесь уже есть символ. Давай, полетели. Чучело Луны, артефакт. Давай спускаться. Вот что делать с кушками, пока не очень понимаю. Мне это, честно говоря, и не очень интересно. Я надеюсь, я правильно иду. О, я помню эту чертову площадку еще из первой части, okay. Хотя город-то не изменился абсолютно никаким образом. Какой-то грязный, вонючий бомж. Oh, really like? Да, именно так ты и выглядишь. Никто не хотел тебя расстраивать. Детишки! You took a selfie with Ike. Let's do a better one. Филмор, новый подписчик. Yay, now we're real friends. Ты не хочешь ничего? Никто не хочет делать со мной больше селфи? What the fuck, guys? Я думал, мы хотим делать все со мной селфи. Можно даже новую дебильную песню придумать. Ты хочешь делать со мной селфи? Ну и так далее, там какой-нибудь клевый бит наложить. Так, так, так. Здесь можно использовать. Где-то наверху. Хыц, 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 хыц. Куда перткурить будем? Чувачок. Не знаю куда, но куда-то будем. Может быть, просто весело вниз? Нет? Я что-то нашел. Костюм, волшебный костюм. Величественный рок. Какой-то единорогский костюмчик. Ну, не хотел бы я переодеваться в единорога. Все, можем идти отсюда, я думаю. Зачем я это сделал, не знаете? Я даже не знаю. Ох ты, старый добрый извращенец. Кто здесь торгует наркотой? Где эти люди? Я уже почти дошел, это следующий дом. Окей, ты подходишь к хайдауту. Find a way in, but be careful. He's probably armed to the teeth. Thermal imaging is showing the suspect is in the rear of the house. Здесь живут чернокожие ребята, поэтому их обвиняют в распространении наркотиков. Hey, who are you? What are you doing in my house? Engage, engage. Вот так вот, серьезно, вот так вот неожиданно просто начать бой ни с того ни с сего. I don't know what you're doing in my house. Stand your ground. Я что делаю? Я хочу зашокить тебя. Опа! Я не знаю, он сказал мне атаковать. Он сказал мне атаковать. Он готов. Но это было вообще просто избиение младенца. Мне дали маску грабитель за это. Он меня хотел подставить, может быть, этот чертов коп. Holy shit, you're the real deal.
deal, superhero. That's one less fire degenerate this town has to deal with. Please come by and help us again. Заходи еще раз. Сегодня взяли и повязали просто этого парня. Боже мой, это вообще законно? А то, что я делаю, это законно? У него уже ведь живет маленькая дочь и девочка. Дочь и девочка. Привет, девчонки. Я там... Well, okay, sure. Вашего отца там заломал немножко. Это получилось, знаете, спонтанно. Так. Здорово, хэштег радует глаз. Супер. Ничего тут срубить нельзя. Не-не-не. Никак вообще. Здесь как... Боже мой, не пугай меня. Какая-то мертвецкая тишина меня прям напрягает, когда в доме ходишь и прям тихо-тихо. И ничегошеньки не происходит. Хочется хоть какого-то музыкального сопровождения. Ну, вы знаете, я... Ух, что это? Нет. Пока недоступно, возможно. Он не реагирует ни на какие мои штуки и дрюки. Возможно, в дальнейшем я смогу что-то с этим сделать. Мне просто неизвестно, что с этим нужно делать. Ну что, обратно в дом. Так, здесь мы можем, наверное, заняться этим щитком. У меня пока нет такого человечка, который мог бы с этим справиться. Не знаком я с таким. At, ну ладно, с вами я сражусь. Wrong, я-то это, как его? Вот теперь я вам всыплю. А знаете почему? Потому что я вам всыплю. Тенс, тенс, тенс. Залетай. Было больно, но, кстати, не настолько. You do something? I was too busy not giving a fuck. God damn it, Super Craig, show some respect to your colleagues. Why start now? Microaggression! Have your boyfriend massage that for you. Это не микроагрессия. Microaggression! Микроагрессия! Whoa! Can't do nothing right now. Yeah! Yeah! Don't just take that lying down, butt boy. Oh my god, the butt lord fucked you! My turn! My turn! Microaggression! And that really hurt. My friends are watching. А ты чё, траванулся? А, он тебя кинул козявкой, точно. I choose you! This might warm you up a bit. Take your medicine, Forthies! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. You're a fucking mess! You owe me big time! Alright, my turn. Ну, можно тебе бить, это, конечно, все очень здорово, но... I've had it with this shit. Punch me for great justice! Now you're gonna get it! Эй-гей-гей-гей! Ну, я просто боюсь, что как бы да. Thanks for saving me the trouble of flipping that shit head off. Один отошел. For fourthy scum, you guys are kind of scrappy.
Ну давай, 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 что-то. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Садишь мне по башке. Took that like a champ, Forthy. Captain Guy Beatty prepares to strike. Super Craig to the rescue. Super Craig. Omega Crush extra. Yeah, I gotta move like that too. Ну чё, подбили тебя, нормуль? Go nuts, new kid. Тыц-тыц-тыц-тыц. Здравствуй, друг. Well done, butthole. Fucking finally. Fucking finally. Oh yeah, take that, bitch. It's my turn now. Я тебе должно штуком шибануть, и ты должен сдохнуть. Вот, собственно, и все. И все это проделал для того, чтобы освободить одну из точек перемещения. Я все думал, как же пора бы уже, наверное, тратить денег, потому что я их реально очень много уже насобирал. Ну, там порядка, блин, больше 30 баксов. Так, 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 так. И нам надо с вами вернуться в полицейский участок. И в этом нам поможет нас очень шустрый друг. Так. Причем здесь, смотрите, какая тучность и кучность флагов расположена все-таки. Погнали. Снова полицейский участок, чтобы взять, возможно, еще одну миссию. Может быть, он даст нам значок сразу, не раздумывая. Я бы объявил ему благодарность в таком случае. Ну и тем самым он там наделал бы селфи со всеми в полицейском участке. Ты хочешь селфи? Нет? Мне кажется, здесь можно было бы залезть. Who are you supposed to be? A New York fashion editor? Открывай. Go on through. Hey, little crime stopper, back for more? I got something you might be interested in. Turns out that scum you fucked up is just the low guy on the totem pole. We now believe the real kingpin is over here, on your phone, that I'm holding right now. Thanks for letting me hold your phone to show you this. He's hiding out in some big luxury mansion bought with blood money, scumbag. This is a whole nother level, little crime fighter. His house is like a fortress. Every window and door is wired to a state-of-the-art, high-tech security system. You'll need this. This mobile hacking device will help you bypass the security system. Good hunting, hero. А вот это уже нужные вещи, я вам так скажу. И с помощью нее мы сможем хакать, наверное, электронику. Ну, такое общее понятие — хакать электронику. Но я надеюсь, что я прав. А продолжим мы с вами уже в следующей части. И встретимся с вами уже у особняка. Всем удачи, ребята, и пока.